запишись в мобилизационный резерв по контракту. Заключи контракт с Министерством обороны России, проходи специальные занятия, принимай участие в военных сборах. Взамен государство гарантирует ежемесячные выплаты и целый ряд компенсаций. Резервистами могут стать солдаты и офицеры запаса, прошедшие медкомиссию. Для этого необходимо прибыть в военный комиссариат по месту жительства, имея при себе паспорт и военный билет.